Вернут ли цены в автобусах? Администрация Сургута обратилась к Думе города за дотацией. В конце 2018-го в городе 13 маршрутов стали нерегулируемыми, то есть стоимость проезда на них стала определять перевозчик. Цены выросли, как и градус терпения горожан. Получил очень большой такой резонанс отрицательный со стороны населения города. Наши действия по переводу регулируемых тарифов на нерегулируемые. Поэтому задачу, в общем-то, мы решаем больше для населения города, для того, чтобы обеспечить всех людей транспортной доступностью по тем ценам. Чтобы вернуть цены на прежний уровень, нужно 75 миллионов рублей. Стоимость станет ниже лишь на 4 месяца, с апреля по июль. Что перевозчики будут делать к концу лета, неизвестно. В отдаленных планах администрации перевести все 22 маршрута обратно на регулируемый тариф. Кроме того, автотранспортные предприятия без дотации начали терпеть убытки. Ведь деньги нужны и на видеонаблюдение, системы электронной оплаты и тахографы. Депутаты выразили мнение, что одними дотациями цена политику общественного транспорта не решить. Ребят, давайте комплексную программу развития общественного транспорта, где деньги шли бы не на то, чтобы их проесть сегодня, а на то, чтобы закупить низкопольные автобусы большого формата, о том, чтобы оптимизировать маршрутную сеть, о том, чтобы сделать индивидуальные компенсации для малоимущих, для школьников, для пенсионеров. И эти деньги выделять не в принципе на всех, кто проезжает сейчас общественным транспортом, не знаю, от иностранцев, заканчивая кем-то еще, да, там, до тех, кто действительно нуждается в подобного рода вещах. А вот деньги на юбилей Сургута не утвердили. Напомним, администрация просила 48 миллионов на праздничные мероприятия. Некоторое оборудование планируется приобрести в собственность, а часть сцены и звуковое оснащение взять в аренду. Депутаты посчитали, что, например, приглашать артистов Большого и Мариинского театра можно и за счет бюджета филармонии, и некоторые мероприятия вообще исключить. А оборудование на 20 миллионов предложили взять в лизинг или рассрочку. Снизят ли цены на городских автобусах и сколько денег сможет потратить администрация ко дню рождения Сургута, обсудят уже в понедельник.